горчащих на вкус. Спит лето под ногами, крови и пыли. Наша светлая память священна на Русь. Каждый раз восставала светла и сильна, от того и готовы ложиться костьми, чтобы солнце согретая наша страна никогда, никогда не увидела тьмы. Никогда не сравнивай Россию ни за какой другой страной поверь. В чем ее вина, в чем боль ее и сила. Знай только Бог и русский человек. Дорогие друзья, уважаемые гости! Торжественное мероприятие открыл Владимирский городской духовой оркестр. Художественный руководитель, заслуженный артист России Артем Маркин. И солисты муниципального ансамбля «Вишенка». Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Евгений Агапов. Мы приветствуем всех гостей и жителей нашего славного города Владимира. Сегодня наш город празднует 1033 год со дня своего рождения. Владимир – город с богатейшим историческим наследием, который не стоит на месте, постоянно развивается, достигая новых высот. Наш город достоин быть культурной столицей любого значимого события в жизни нашей страны. Владимирская земля не просто колыбель России, она подлинная ее сокровищница. Мы гордимся историей нашего края, историей нашего города. Во времена стародавние Ростово-Суздальская земля была заселена особым народом, славянами, расселившимися здесь ранее 6 века нашей эры и отличавшимися от своих ближайших соседей, эльменских славян, кривичей и вятичей. А голоса и культуру наших предков хранят старинные русские песни. В этих песнях живет душа нашего народа. Только улицы Ванюша по широкой, дрожа пять часы така, оживалы часы така, оживалы по паранину, в окошко, да по паранину, в окошко часы така, я ваше.
сейчас это для оживали, они спешили пораня, они спешили пораня. Они так ляжешь, они так ляжешь. Я не сплю, Ваня, Ванюша, я не сплю, Ваня, Ванюша. А я так ляжу, а я так ляжу. А ну, чистой народ, все встаем к нам, дружный Владимирский паровоз. Непроходимыми болотами да лесами. И жило в них множество загадочных лесных духов и нежитей, обитателей добрых и злокозненных. В кучах листьев сидели лесовки, непроходимой чащобе жил пущевик. Волосы зеленые, глазами сверкает, так и норовит веткою сухою кому-нибудь глаз выколоть. Оклады лесные и несметные охраняли щекотуны, полуверицы. В мху копошился маховик, бродили оборотни, ведьмаки. Да, много в те времена духов разных лесных жило. А жизнь в наших краях в те времена была спокойная, безбедная. Хорошели да красивели леса. И богаты были земли русские. И зверям пушным, и медами дикими, и рыбой, и птицами диковинными. We'll be right back.
Здесь, среди земли Ростова-Суздальской, на реке на Клязьме полноводной, князем Владимиром Святославовичем Красное Солнышко был заложен град Владимир. И крестил князь Владимир народ здешний, и церковь святую Богородную Соборную поставил. А сыном Владимира Мономаха, Юрием Долгоруким, в нашем граде заложен был храм белокаменный, Георгиевский. Сын же славного князя Юрия, легендарный Андрей Юрьевич, сердцем возлюбивший землю края Залежского, превратил Владимир в стольный град Великой Руси, матушки. Заблистал лучами куполов золоченых, кружевами церквей белокаменных, достославный град наш Владимир. И случилось сие событие в 1157 год от Рождества Христова, и стал град Владимир первой столицей Великой Руси. С тех пор с каждым годом становилась земля Владимира Суздальская краше и богаче. По всему краю Залежскому, Владимирскому, стали строиться города новые, с кружевами церквей белокаменных, да куполами золочеными, во славу Великой Руси. Нашего славного города Владимира, основатели Великороссии Юрий Владимирович Долгорукий, его сыновья, первый великороссийский князь Андрей Юрьевич Боголюбский, Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, правление которых Владимиро-Суздальское княжество достигло значительного могущества и было одним из сильнейших на Руси, а впоследствии стало ядром современного российского государства. Сегодня они рядом с нами. Они слышат нас и верят, что мы, ныне живущие в славном и древнем граде Владимире, первой столице Великороссии, будем достойны славы наших великих предков. Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Муниципальный камерный хор «Распев», художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств России, профессор Наталья Колесникова. Для приветственного слова на сцену приглашаются губернатор Владимирской области Александр Александрович Авдеев, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, глава города Владимира Дмитрий Викторович Наумов, председатель Совета народных депутатов города Владимира Николай Юрьевич Долгухин.
Александр Александрович, пожалуйста, вам слово. Уважаемые жители Владимира, гости города, дорогие друзья, сегодня нашему любимому городу, столице 33-го региона, исполняется 1000 лет и 33 года. И, конечно, в этот день мы говорим слова благодарности, огромное спасибо всем тем, кто создал этот город, кто создал его историю и кто сделал так, что он славен в веках. Это и древние строители, и правители, и те, кто строил храмы, и те, кто защищал землю. И мы, конечно, в этот день тоже особые слова благодарности говорим тем, кто Великую Отечественную войну отстоял, мир в Советском Союзе, в России, защитил Родину. И сейчас мы, конечно, гордимся и вспоминаем, и думаем о тех, кто прямо сейчас в зоне специальной военной операции защищает родные рубежи. И ратным подвигом во славу предков повторяет героические подвиги наших предков, наших ветеранов. Мы говорим слова спасибо всем тем, кто после Великой Отечественной войны отстроил тот город, который мы видим, которым гордимся, который любим. И стараемся сделать все, чтобы добрые дела владимирцев продолжались и дальше. И в этом году у нас много начинаний, много сделанного. В этом году мы должны сдать Рпенский проезд. Мы запускаем более 100 единиц общественного транспорта на улице города. Буквально вчера, впервые в тысячелетнюю историю города, мы открыли медицинский вуз. И теперь сами будем готовить медицинские кадры. И тем не менее, в память о тех, кто ратным подвигом, ратным трудом защищает нашу Родину, мы сегодня откроем сквер имени героя нашего земляка, генерала Романа Кутузова. И это очень важный момент в день города увековечить память погибших. Это важно с точки зрения воспитания подрастающего поколения, с точки зрения патриотического воспитания нашей страны. Я желаю в этот день всем, и жителям города, и жителям нашего замечательного региона, и гостям мирного неба над головой, процветания, благополучия в семьях и обязательно быть достойными памяти и героического прошлого наших предков. С праздником, город Владимир! С днем рождения! Благодарим вас, Александр Александрович. К микрофону приглашается митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Дорогие владимирцы, братья и сестры! Сегодня мы празднуем день рождения нашего великого и святого города. И, конечно же, обращаемся к истории наших предков, многие из которых своими телами лежат здесь, в этом Успенском соборе. И именно они созидали новую великую Россию. Они сделали эту Северную Русь наследницей православной тысячелетней Византийской империи и назвали ее Святая Русь. И также здесь они хотели видеть Третий Рим, то есть православный святой город. И они также здесь видели Новый Иерусалим как преемник благодати Старого Иерусалима. И самое главное, они заложили цивилизационный код нового государства. Этот код был
духовность и нравственность. Вот этот стержень, который нас отличает от других народов. И за эту духовность и нравственность идет и сейчас борьба во всем мире. И мы уповаем на молитвы и защиту наших благочестивых предков и сами стараемся подражать им в этом великом деле. Самое главное, они созидали личность каждого человека. Она заключается в воспитании нового человека. И поэтому мы не забываем старое, потому что новое – это хорошо забытое старое. Поздравляю вас с этим большим праздником, днем нашего святого города. Желаю всем доброго здоровья, помощи Божией в ваших трудах и различных успехов в делах добрых. С праздником! Благодарю вас, ваше высокопреосвященство. Дмитрий Викторович, вам слово. Добрый день, уважаемые жители, дорогие гости нашего города. Всех рад приветствовать на нашем замечательном большом празднике, посвященном Дню города. Владимир является на протяжении более чем тысячи лет центром развития культурной, исторической, духовной жизни всей нашей страны. Конечно же, ему пришлось пережить и взлеты, и падения, смену эпох, но город всегда возрождался. Вот и сейчас мы активно развиваем наш город. Строятся новые микрорайоны, создаются и формируются новые учебные заведения, строятся социальные объекты и объекты здравоохранения. Сегодня мы гордимся нашими жителями, нашими достижениями. Хотелось сказать, наверное, самое главное. Что бы ни было, нас всех объединяет одно. Это любовь и вера в наш город. Мы готовы делать все для того, чтобы наш город процветал и развивался. Сегодня большое значение имеет тот вклад, который делают наши жители в развитии, дальнейшее развитие нашего города. Мы видим с вами уже хорошие попытки достижения поставленных целей. Сегодня было анонсировано уже ряд мероприятий, которые будут делаться. Это и строительство новых дорог, развязок, проектирование и строительство мостов. Так что, уважаемые жители, я думаю, что перед нами стоит огромная задача, которую мы с вами обязательно достигнем. Ну а сейчас мне хочется сказать, наверное, самое главное. Город Владимир прежде всего гордится своими жителями. На протяжении многих веков именно люди создавали тот уют и ту славу, которую мы сейчас приобрели. И поэтому город является тем местом, где хочется жить, трудиться и растить своих детей. Ну а сейчас я еще раз хочу поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать вам всего самого наилучшего, успехов, счастья, благополучия, мира вам и вашим семьям. С праздником вас, дорогие друзья! Благодарю вас, Дмитрий Викторович. Николай Юрьевич, вам слово. Дорогие друзья, рад приветствовать вас на праздновании Дня города Владимира. Древнего, но всегда молодого. Наш город любят, Владимир знают. Владимиром восхищаются многие тысячи жителей нашей страны и зарубежных гостей. Древняя столица Северо-Восточной Руси. Малая родина многих знаменитых людей. Адмирала Михаила Лазарева, братьев Стаметовых, братьев Танеевых, диктора Юрия Левитана. Еще многих, многих достойных сыновей и дочерей нашего Отечества. Владимир растет, Владимир изменяется. С каждым годом он становится лучше. И я думаю, что эти позитивные перемены заметны. И, конечно же, мы всегда рады видеть гостей. Жители нашего города радушны и гостеприимны. Всем здоровья, счастья, благополучия, а нашему любимому городу развития и процветания. Счастливого праздника! С Днем города! Благодарю вас, Николай Юрьевич. Спасибо, уважаемые гости. Прошу вас занять свои почетные места. Дорогие друзья, для всех гостей и жителей нашего города есть еще одно поздравление. Владимирская земля – родина богатырей,
героев, сильных и мужественных, преданных России людей. Непосредственно за участие в специальной военной операции уже четверо наших земляков стали героями России. Есть населенные пункты, откуда мужчины массово уходят добровольцами на защиту Родины, как их деды. А есть те, кто по зову сердца выбрали профессию защищать Родину. Сотрудники спецназа Управления Росгвардии по Владимирской области с самых первых дней проведения специальной военной операции выполняют задачи по защите мирного населения от нацизма. Дорогие владимирцы, специально для вас с места несения службы росгвардейцы записали поздравление с Днем города. Внимание на экран. Дорогие земляки и гости Владимира! Поздравляем всех вас с днем рождения города Владимира! Пусть наш город процветает, развивается и становится только лучше! От всей души желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья! Наслаждайтесь каждой минутой просто здесь! А мы вас будем защищать! С нами Бог! За нами победа! Ура! Мы помним все, как при начале истории Руси святой здесь на княжение венчали и рати собирали в бой. Андрей вознес Владимирград в краю Залесском белой птицей. Любимый город, город-сад, провозгласил Руси столицей. Но из степей бесчетной тьмой полков Руси, сминая города, к нам заявилась орда. Крылами солнца заслонив огромной хищной птицей, летит, путь на Владимир устремив, уже полмира силой покорив. Ясный сокол над нами парит, охраняя предков завет тебе нынче. Всего 33 земля нашим, тысячи лет, образ предка на тайной тропе вспоминать нам придется с тобой. Напою я старинный напев, ты послушай и так же запой. Запустение. Русь погрузилась в забвенье.
менялись дни и времена. Цари, наместники, уставы, устои, даты, имена. И времена рождали нравы. Владимир вырос из валов, сгорел, отстроен по порядку. Среди уездных городов слыл тихим, средним по достатку. Согласие и лада, чем жил владимирский народ? Жил неизменностью уклада, торговля, служба, огород. А на Руси, чтоб не забыли, какой силой была владимирская земля, в конце июля владимирскую вишню везли вазами большие города. Как явствует из разных данных, смысл экономики Владимира таков. На 3 завода полотняных аж 2 десятка кабаков. Но явлен был прогресс и дух в своей неотвратимой силе. И треть российского текстиля уже в губернии дают. Фашизмом глух, сквозь кровь, лишения и беды, пришлось на фронте и в тылу всем вместе выстрадать победу. Есть на войне любому дело, там каждый свой найдет прицел. Жизнь отдал Николай Гастелло, Фатьянов эту жизнь воспел.
подвисшее майское цветенье, вернулась мирная пора. И танки на полях сражений сменили наши трактора. Как благодатны земли эти, куда влюбленный взгляд не кинь, как их воспели в новом цвете Кокурин, Бритов и Юкин. И город возрождался вновь, и вновь дорогой созидания пошел. Трудись, не свой слот, да отче храни предание. Приняли участие лучшие творческие коллективы города Владимира. Образцовый коллектив, студия современного танца «Фэнтези», руководители Антон Лавренков и Виктория Струкова. Образцовый коллектив, ансамбль современного эстрадного танца «Баунти», руководители Ольга и Наталья Моисеевы. Музыкальный театр «Разгуляй», художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Сергей Тарасов. Образцовый коллектив, хореографическая студия «Улыбка», руководители Ольга Шигалева и Елена Третьякова. Заслуженный коллектив народного творчества, молодежный хореографический ансамбль «Звоны», руководитель Николай Назаров. Клуб исторического и социального танца, руководитель Дмитрий Никитин. Руководитель и солистка студии современного танца «Фэнтези» Антон Новенков и Алина Хилкова. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа хореографии города Владимира». Директор, заслуженный работник культуры Российской Федерации Сергей Балдин. Фольклорный коллектив «Владимирская вечера», руководитель Олеся Цыглова. Театральная студия «Парадис», руководитель Ольга Старожилова. Народный коллектив «Дружина ротоборцев Русичи», город Меленки. Руководитель, многократный чемпион России и СССР, призер чемпионата Европы по гиревому спорту Сергей Овсянкин. Режиссер праздничного открытия, друзья, заслуженный работник культуры Российской Федерации Евгений Агапов. Мы поздравляем всех с днем рождения нашего любимого, славного города Владимира. Пусть наш город будет всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи наполнена душевным теплом, радостью и благополучием. Но мы сделаем все, чтобы быть достойными славы наших великих предков. С днем рождения, Владимир! И, конечно же, свои творческие поздравления в этот замечательный праздничный день дарит вам муниципальный ансамбль «Вишенка». Под ваши аплодисменты.